нам вообще идет пастбище. С этой стороны тоже пастбище. За час 100 метров съехал, а потом второй час где-то 100 метров. Сейчас срежу. Вот. Мы в первую очередь планируем вот это 200 метров, он в первую очередь могут перекрыть, здесь уже надо. Видишь, да, вот это правильно говорите, вот это уйти, вот это опасно. Вот до гребня, да? Да, вот до гребня. А вот здесь я посмотрел, видишь, он ниже не пойдет. Вот его старый след остался, видишь? Вот смотри, вот, даже съезжал он, да? Подорения нету. Да. Вот, вот, вот растительный слой, вот. Что он разве вот это удержит? 25 метров в сутки, 75 метров за 3 дня.